Никогда такого не было. И вот опять. Вот так мы утро встречаем. Серега еще дрыхнет. Заднюю полуось сломали. Генератор сдох. Стекло долбанули. Дверь. Короче, капец вообще. Автомобильчик старенький. Замучили его уже в хламину. Так вот и встали вчера. Генератор. Все, лебедка не тянет. Я пока ехал, понял, что у меня музыки с собой нет. А как без музыки? Пошел и купил вот диск Ози Осборна. Красота. Серега говорит, что он застрял. Давай! Застрял. Едет, блин. Сейчас меня бросит. Тут кругом, блин, следы медведей, блин. Какашки всякие. Медвежьи, блин. Я не хочу в какашку превратиться. Это мы себе нашли дорогу, блин, по которой еще не ездили. Нашли на карте, что типа здесь была старая просека. Она здесь действительно была. Но здесь болото. Ребята, я вам скажу. Это, кажется, ерунда. Но там все с палками, блин. Машину рвет просто. Вообще, я так не помню, что когда я так ездил. Посмотри на себя, у тебя написано сзади Сочи. Таня, зачем ты вот это снимаешь, блядь? Носки. Таня, я. Нет, джиперы, суровые челябинские джиперы никогда не одевают сапог. Ехали мы, ехали с Серегой, блин, приехали. Во! У нас такое бревнышко тут лежит. Я не знаю, может оно кажется маленьким. Серега, как тебе кажется? А у нас из всего инструмента только пила бобер, блин. Ее даже на ширину не хватит, слушай, вот этого полежка, блин. Серега, ну с разбегу только перескакивать. Блин, тихая такая водичка. Давай.
Бензопила «Дружба» отдыхает. Ну да. Просто Серега не хочет мешать птичкам. Так бы он с удовольствием достал бензопилу. Говорит, зачем? Сейчас разбудим кого-нибудь тут еще в весеннем лесу. Здесь, на ту сторону, блин. Вот тут нормально. Пили. Почему? А? Нет. Может, назад чуть-чуть ехать. Дальше не поеду. Все, здесь остаешься? Да, просто я сейчас жопу сюда вот. Некрасиво может пойти. А газануть, чтобы, блядь, там деревья, надо. Понимаешь, да? Да. Но он встанет ровно, кстати, потому что там одинаково. Охуенное видео. Пёхаем потихоньку домой. Так-то можно ехать и ехать. Погодка классная вообще. Красота. Дотопали до Индошты. Вот, ребята, представьте. Вот здесь вот, прямо на берегу вот этой речки, вот здесь, вот там стояли дома. Вот здесь стояли дома везде. Прямо на берегу. Красота. Ну и на полянке на той. Не знаю, не хотел записывать это видео. А может, и хотел. Короче, топаем мы с Серегой вот так вот. Красиво. Вон там Серега впереди идет. Вон, синенький такой. Шагает. Внедорожник, блин. Вообще абсолютно проходимый. Может пройти везде. Мы, короче, бросили УАЗик. Нафиг он нам нужен. И решили пешком теперь. Все, будем теперь пешеходами. Вот. Немножечко прошли уже. Вот. И вот так вот. Вот он наш заниженный УАЗик. Спортивная подвеска, все такое. Да, зато здесь можно спокойно, можно вот так подойти, проверить, а не так, как у меня.
Вот посмотрим сейчас, как он поедет. Серега устроил нам отдых. Что бы мы без тебя делали? Не говори. Вот. Вернулись тут бобры. Как мы решили, студенты бобры, потому что они, у них все деревья упали мимо цели. Ну, они пытались. А может быть, у них здесь, наверное, этот. У них здесь школа. Школа юного бобра. О, колесики помыли уже. Едем потихонечку. Вон правильно, школа юного бобра. Вот они маленькие такие деревца. Раз-раз учатся рубить. Так, что тут у нас происходит? У нас тут студенты приехали тренироваться на индашты, на учебном УАЗике. Так, все нормально. Все прекрасно. Резина вон сминается. Так, ну что, на четверочку твердую. Хорошо быть водителем, все копают кругом, вытаскивают тебя, ты Саня, ходишь говорю, кругом. Я же говорил, мечты сбываются, Саня. У кого какие? Серега мечтал проехать с пассажиром, штурманом, поснимать. А снимаю я, как Серега вытаскивает меня, опять бедный трудится, а. Ну давай, Саня, оба. Да, ну давай так вот, вот так давай. Саня, давай. Давай, лево, лево, лево. Ой, стой. Блин, в диск как раз уперся. Я говорю, я не проеду. Стой. Проезжай. Все. Саня, да, влево проезжай, ты уже ее проехал. Стоп, правее давай, правее. Сейчас так, вот, все, и поехал. Все, вот так держи. Не газуй. Не газуй, давай. Отлично. Сань, стой. Ну давай, ну стой, подожди. Вот так сейчас спустишься, вот так. Не там, там не надо, вот здесь, да. Нормально. О-хо-хо-хо-хо. Начинается веселуха. Веселуха начинается. Сань, смотри, вот левой стороной едь здесь. И все, ну я понимаю, выворачивай. И все нормально будет. Вот сюда. Заезжай. Нормально, хорош. Все, вот так. Давай. Высоко не надо, сюда, да, давай.
Вот. А, видно телефон, смотри. Черт возьми. И здесь написал уже. Доехали, вот он, родной стоит. А ему тут неплохо, похоже, Серега. Слушай. Вот где у нас был спрятанный. Целую неделю тут стоял. В этом лесу. Целую неделю. Да. Вот вы сравните, да? Мой. Вот он. Пузатерка. Пузатерочка. И вот. И вот Серегин. Саня, здравствуй. Да, темно будет. Все упало. Серега, делай давай быстрее машину уже. Поехали. Ну все, едем обратно. О, какая банька! Какая банька! Я вот сейчас делаю.